Если вы не собираетесь печатать пару месяцев на своем принтере, лучше сделать консервацию печатающей головки, чтобы устройство не засохло и не вышло из строя. Отключите устройство так, чтобы каретка была не в крайнем правом положении. Снимите защитную крышку демпфера. Отсоедините демпферы от шлейфа и промойте их промывочной жидкостью. С помощью шприца с резиновым переходником вытяните чернила из печатающей головки. Возьмите сухую салфетку, сложите ее в несколько раз и расположите под каретку. Наберите в шприц промывочную жидкость, 4 кубика на каждый цвет, и по очереди, сменяя салфетку, прочистите каждый штуцер. Уберите влажную салфетку из-под каретки. Вытяните промывочную жидкость из печатающей головки. Возьмите сухую салфетку, сложите ее несколько раз и поместите под каретку на 5 минут, чтобы она впитала оставшуюся жидкость. Поставьте промытые демпферы обратно и задвиньте каретку в крайне правое положение. Готово! Можете оставлять устройство на пару месяцев. Чтобы снова печатать, наполните посадочное место промывочной жидкостью. Задвиньте каретку в крайнее правое положение, оставьте на 1-2 часа. Запустите принтер. Сделайте 2 прочистки печатающей головки и проверьте печать. Если печатает полосами, сделайте еще 2 чистки и оставьте устройство на 30 минут. Приятной печати!